Всем приветики. Купила себе такие вот часики. Только что пришли. Показываю часы, температуру, дату. Работают от сети. Будильник у них есть. Звуковая какая-то активация. Вот. Такие типа часы в виде дерева. Вот в таких вот вариантах типа дерева, на нем идут часы. Заказывал я вот такие вот. Да, вот такие. Так что можно открыть и глянуть, что там. Это кабель, а это у нас сами часы, больше ничего нету. То есть, чем подключаться, ни к чему. То есть, можно, наверное, от телефона взять зарядку и попробовать. Здесь такая пупырчатая упаковка. Для того, чтобы если будет какой-то удар, чтобы не навредил часам. Вот сами часы реально как дерево выглядят. Правда, это не дерево, а пластмасса, но выглядит эта пластмасса как дерево. Такая вот. Так. То есть со всех сторон просто как деревяшка. Вот так они стоят со всех сторон как деревяшка. А снизу, уже есть либо отсек для батареек. 4 батарейки пальчиковые на 1,5 вольта. Либо вот через эту вот штуку подключаться к сети. Ну, лучше, конечно, от сети, чем от батареек. Что у нас тут есть? Set настройка вверх. Up это вверх, down это вниз. Down это вниз. Так. Что тут еще есть? Это, наверное, звук отсюда идет. Сюда подключается зарядка. А это... Не знаю. Отсюда, я так понимаю, звук идет. Это какая-то лампочка. Вон она торчит. А здесь ли еще дырочка, не знаю. Пищалка, может, какая или что. Не знаю. Хотя больше вот это похоже на пищалку, а это на... Не знаю, что. Это на пищалку, а это, может, на какой... Не знаю, динамик тоже, может, какой для чего-то. Ну, а теперь надо попробовать подключить. Взял я такой вот от Самсунга для зарядника. Подключаю сюда вот эту штуку. Сейчас ее вставлю в разъем. Сколько там написано? 5 вольт. Ну, Samsung столько и выдает. 5 вольт. Просто что? Амперы. 5 вольт, ну 1 ампер, может там надо, еще же от ампера зависит, может там надо 2 ампера, может там 3, кто его знает. Не, ну 3 вряд ли, но может больше. Сейчас попробую подключить. Вот оно и включилось. О, вот так, то есть оно стоять должно вот так. Блин, а прикольно. Реально классно смотрится. Правда, здесь такое оно... Здесь оно видно, как будто бы полностью белое. А ну, на экране, а на самом деле, оно не полностью белое. То есть на цифрах есть такие темные пятнышки, такие темненькие, но их не видно. Ну, как будто бы оно под черным там, и видно, что оно под черным. То есть здесь такие вот идут такие маленькие темненькие линии, но на экране этого не видно. Ну, то есть все остается так же просто, что я думал, это оно так стоит, оно вот так стоит, оказывается. Так вот, стоит на столе и типа как часы, блин, прикольно. Такая вроде как деревяшка на самом деле. Ну, то есть 5 от зарядника от телефона хватает. 5 вольт, 1 ампер. Убираем. И оно гаснет. И сети выдергиваем, и оно гаснет. Вставляем обратно. И
оно загорается. Ну, так, прикольно, нормально. Что сзади у нас? Ничего, лампочка не горит. Вот, что там попискивало, когда включался. Оно, получается, моргает так вот, показывает дату и время. Время с температурой. Вот там где-то, наверное, еще датчик температуры должен быть, что-то такое. Типа, ну так, прикольно. Хотя лучше бы я, наверное, взял другой цвет. Я просто изначально хотел зеленый. Только там зеленый немножко светлее был, чем здесь. Здесь он темно-зеленый, там был светло-зеленый. Я хотел светло-зеленый. Потом посмотрел, там был еще и синий, только не такой синий. Здесь темно-синий, а светло-синий. Потом хотел синий. А потом так подумал. Ну, то есть на черном бруске зеленый. Я думал, бы круто смотрелся зеленый, на черном зеленый. Или на черном синий тоже красиво смотрелся бы. Я изначально хотел зеленый, но на скрине там был на сайте синий, тоже красиво смотрелся. Но в итоге так подумал. Полазил, посмотрел картинки, попросил еще продавца прислать картинки. В итоге из всех, что мне прислали, мне только белый понравился. А сейчас так думаю, что... Потому что он типа ярко смотрелся, на остальных там были где-то... В начале вот цифры темнее, в середине светлее. А здесь... Сейчас оно пришло. Здесь нету такого светлее, темнее, но есть такие... Ну, здесь-то не видно, а вот глазом видно здесь такие темные пятнышки. То есть у них у всех есть какие-то для глаза видные такие вот штуки. Но именно на камере круто смотрелось, вот как сейчас. Круто смотрится белое. Но на самом деле там есть косички. Я просто посмотрел, что косичков не было именно. Что он так ярко, красиво, без лишних затемнений, засветлений светится. Остальные с такими затемнениями, засветлениями здесь нет. Но не видно просто, что тут такие полосы, что оно внутри там видно. Ну а так, если не всматриваться, если сдалека смотреть. Ну все равно. Камера просто этого не передает. Видны такие вот затемнения на именно такие линии, как бы. Не очень красиво они смотрятся, но если это если близко, а если издалека, то она, если, например, стоит где-нибудь на полке высоко, и ты смотришь, наверное, не видно будет. Но так в целом вроде нормальные, неплохие часы. Надо только разобраться с настройками, что здесь. Кстати, инструкции здесь никакой нету. Обычная инструкция лежит, что и как настраивать. А здесь никакой инструкции нету. Типа, догадывайся сам. Вот, например, вверх. Видно, дрожит что-то такое. Когда прислоняешь. ONSD какой-то. SD просто. Что это значит? Это мы нажимаем уже. А это я настройку нажал. Непонятно ничего. В общем, надо самому методом тыка разбираться, что к чему. Ну, по идее, здесь должна еще яркость настраиваться. То есть, получается, вот, если нажимаешь, это SD. Он SD, типа, и выключен на SD. Что такое SD? Значит, я не знаю. Если удерживать клавишу down, то переключится... градусы с Цельсия на Фаренгейт, если еще раз удержать обратно на Цельсия. Здесь, если удержать, ничего не происходит. И клавишу настроек, если удерживать, то идет уже настройка времени. 24 часа ставим, переходим дальше, тоже показывает время. Вот. Можно его настроить. Минуты. Ну и дату тоже, по идее, можно как-то настроить. Наверное, перейти в дату, удерживать. 2013 сегодня. 2019 год. Это уже либо месяц. Раз 12, значит, месяцы. Второй месяц. И число месяца 28, да. Ну, то есть, примерно как-то вот мы настраиваем таким вот образом. И работают часы и показывают время, дату, он уже правильно показывает. А как настроить яркость и что значит все остальные цифры? Потому что вот SD, что значит SD? Он, это включено, а прочерки, ну, наверное, выключено. Включено SD, не знаю, что это такое. И
сюда нажимаешь, если на up dp 1, 2, 3, тоже не знаю, что это значит. И настройки, если не удерживается, просто нажимается, идет переключение. А, то есть это получается, что дата, второе число, ой, второй месяц, 28 число, А1, А2, А3. Я не знаю, может, будильник какой. А, аларм типа 1, аларм 2, аларм 3. Вот если удерживать. Да, наверное, будильник. Получается, здесь ты настраиваешь дату, будильники, наверное. Что там еще было написано? Он А3. А, во, он А3, будильник включен. Здесь первый будильник не включен, второй не включен, а третий включен. И время у него... Вот сейчас они что-то как-то сами по себе темнее вдруг стали. Как стали темнее, уже видно слегка вот это вот затемнение. Вот особенно, когда оно мигает. Видно, что они не идеально белые, а вон они такие затемненные слегка. Оно как-то само по себе яркость уменьшилось почему-то. И написано, вот первый будильник уже включен. А как его выключить? Тоже непонятно. Если я хочу его удалить, что мне сделать? Ну, тоже такое, блин, дали без инструкции. Как их настроить? Ой, теперь горит точка, типа, будильник настроен первый. А, наверное, если перейти, вернее, третий, и настроить второй, две точки, что ли, будет? Нет. Ну, просто точка горит, говоря о том, что будильник, типа, включен. Ну, уже показывает, что уже... Первый включен будильник, второй не включен, третий включен. А как их выключить? Ну, это надо гуглить, короче. И что вот это значит? ДП. Ну-ка, настроить. Что это значит? ДП. Так. Что за ДП такое? Непонятно. ДП3, ДП1. Яркости мне стало, но видно теперь. При темной яркости, что они не идеально белые, а на них вот такие затемнения, вон оно. И так по всем часам. И как яркость сама по себе изменилась. Я просто лазил по настройкам. Вон оно видно такое, затемнение. То есть вот так они выглядят в реале. Затемненные. При любой яркости. Просто на экране это не передается. Сразу. Потому что яркость большая, потом яркость уменьшается. Ой, теперь вообще все пропало. Почему? Может, штекер отходит или что? Кстати, оно как-то так стоит. Мне кажется, он не должен шататься. Ну, что это такое? Он реально шатается. Как? Он должен там закрепляться. Естественно, может отходить и не работать. Ну, короче, сами часы на вид вроде норм. Ну, то есть, но то, что... Минус то, что нет инструкций. Тебе нужно самому догадываться, как их настраивать, либо гуглить. А потом то, что цифры затемнены. То есть видно на них такие полосы черные. То есть ты смотришь, они не идеально белые, а на них какие-то полосы темные. Вот это видно. Плюс то, что еще вот оно гаснет, потому что некачественное. Вот провод отходит, то есть... Оно такое, ну что это такое? Провод должен либо вставиться и стоять нормально, четко, либо и будут такие вот проблемы. Как у меня вот как-то повернул, и оно отошло. Ну, по идее, если поставишь, будет все время стоять и не двигаться, будет все нормально. Но все равно неприятно, ну что это такое вот. Он не должен шататься, это же разъем. Вот если отключить, к примеру, от сети, чтобы там ничего не было. Они еще не сразу гаснут после того, как я отключил. Вот, только сейчас погасли. Вот вроде нормальный разъем, а вставляешь туда. Оно должно закрепляться, оно ну, болтается, что это такое. Это же ненормально, мне кажется. Тоже неприятный момент. Вот, как-то так. Но если вытянуть из розетки, немножко подождать и обратно вставить, то все настройки сбрасываются. То есть... К примеру, вот нет уже точки будильника, то есть таким образом можно сбросить настройки. Но как настраивать, не знаю, надо гуглить, короче. Вот как-то так. На этом все, всем покедово.